Раненые участники АТО будут бежать в марафон морской пехоты США. В этом году представлять Украину в Америке отправятся 10 бойцов. Шестеро участников пробегут с протезами дистанцию 10 километров, а четверо самых выносливых — полный марафон 42 километра. Написать заявку на отбор может каждый, кто воевал на востоке Украины и получил ранения. Заполнить анкету можно на Фейсбуке, перейдя на страницу украинской команды марафона. Різні вже дзвінки і виходи людей, які сказали, що вони можуть пробігти або 42, або десятку, або проїхати на велосипеді ручному, у кого нема ніг. Очікується, що це буде не менше 10 чоловік на місці, а то й більше. В минулому році у нас так воно і було, 12 чоловік на місці. В прошлом году Украину представляли четверо бойцов, которые прошли не один курс реабилитации. Тогда они преодолели дистанцию 10 километров. Среди участников марафона и ветеран АТО Вадим Мазниченко. На фронте он потерял руку и ногу и фактически 3 месяца пролежал в одесском госпитале. Сегодня Вадим надеется, что с каждым годом украинская команда будет только усиливаться. Я доказал, что я могу бігти і надихати інших. Після цього марафону я дуже багато кого надихнув, що є інша сторона після війни – це спорт, і він дає смисл життю. Отбор пройдет 29 июня в Киеве. Сам марафон запланирован на 22 октября. Кроме бегового мероприятия, бойцам покажут Пентагон, Конгресс и другие интересные места.